празднику города Даугавпилсский театр в этом году подготовил представление под названием «Даугавпилс. Центр мира». По словам руководителя театра, это амбициозно и, конечно, преувеличено, но некая доля истины здесь все-таки есть. Если посмотреть по существу, то то скопление и взаимодействие, опять же, культур, национальностей, языков, которые есть в этом городе, вполне может претендовать на то, что это точка концентрации, стало быть, некий центр. Взаимодействие культур и национальностей в полной мере относится и к самому Даугавпилсскому театру. Олег Шапошников считает, что это не просто учреждение культуры. Театр в небольшом городе, по его словам, концентрирует в себе гораздо больше функций и берет на себя больше ответственности за сглаживание конфликта в обществе, что сегодня, по мнению Олега Шапошникова, особенно важно. Мы имеем дело с очень сложной ситуацией, которая, и вот тут точно, наверное, не имеет смысла прикрывать на это глаза, которая, поднеси спичку, она может вспыхнуть. Нет ничего проще, наверное, как вот этот пожар посеять там, где народ озлоблен, разъединен, разобщен и уже настроен друг против друга. Театр, который объединяет людей. Это, пожалуй, наиболее точная краткая характеристика Даугавпилсского театра. Латышский, латгальский, русский языки звучат здесь и на сцене, и за кулисами. Ты себе даже не представляешь, как даже в совершенно, совершенно непонятных ситуациях при более глубоком рассмотрении выясняются такие факты, которые заставляют посмотреть на обстоятельства вообще другими глазами. Спектакль «Ложь без правил» Даугавпилсский театр поставил в сотрудничестве с посольством Великобритании. Как говорит руководитель театра, это первый опыт такого взаимодействия в нашей стране. Великобритания и Латвия, объясняет причину сотрудничества с посольством Олег Шапошников, вместе противостоят агрессии России против Украины и волне дезинформации и пропаганды со стороны Кремля. В спектакле речь идет о манипуляциях сознанием людей, хотя он не касается ни войны, ни политики. Тут мы нашли точки соприкосновения с посольством, потому что им очень было важно найти нестандартный способ рассказать вот об этой проблеме, ну, куда как нестандартнее это может сделать именно театральная постановка. Посол Великобритании Пол Браммелл посетил театральное представление, посвященное празднику Даугавпилса. Они ставят пьесы, в которых легко и действительно незаурядным способом им удается совмещать латгальский, латышский и русский языки. Итак, заучиваем наизусть. Тихановская, 206. Записывать не надо, запоминаем. 206. Еще одной важной миссией Даугавпилсского театра, по мнению его руководителя, можно назвать открытый и честный отклик актеров на события, происходящие в Украине, России и Беларуси. Они устраивают по своей инициативе публичные читки актуальных произведений. В начале мая здесь, например, читали стихотворение Жени Беркович, которую арестовали в России. Читали на трех языках. Vainu ziņu bija par daudzi vai puždiņos veina, bet naktī pie Sergeja atgojo dzec, leidzieks pēc karavēra. Sēdās uz Ikejā krēsla, ar muguru pagalmu sadzot aiz loga. Man Serjoža, viņš saka, būs pagara runāšana. Iniciatoram этой читки выступила актриса Жанна Лубгана. Идея возникла, потому что 5 мая Женю Беркович арестовали. Причем за такую страшную статью, за, я точно не помню дословно, как она там звучит, за поддержку терроризма. Меня эта история очень потрясла, и я посчитала очень важным. Отпусти меня на покой, Сережа. Я заслужил покой. Да, ты трудяга, умница, либерал. Ты все это не выбирал. И Жанна, и Эдуард, и другие актеры утверждают, что главное отличие их театра от других в том, что здесь нет никаких подводных камней и течений, что им всем таким разным удается мирно сосуществовать и открыто говорить о том, что их волнует. Евгений Павлов, Михаил Рыжков, в настоящее время Балти.